Друзья мои, я приветствую вас на своем канале, и сегодня будет, на мой взгляд, один из самых полезнейших мастер-классов по вязанию крупнокалиберной клеточки. Без этого узора летом вы не справитесь. Я думаю, он должен обязательно уйти в ваши копилки, тем более техника исполнения проста до невозможности. Раппорт составит 3 петли и 4 ряда высоту. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Начиная с первого ряда, я снимаю кромочную, далее делаю накид, и нам нужно провязать 3 петли вместе с наклоном вправо. Таким вот способом. Сначала провязываю 2 петли, возвращаю получившуюся и следующую петлю через нее перекидываю. И накид. Повторяем. Накид. У нас получается 2 накида рядом. 3 петли вместе с наклоном вправо. Вот таким вот способом. И накид. Еще один накид. Три петли вместе и накид. Так, вяжем первый ряд до конца. Второй ряд мы могли бы провязать полностью изнаночными, но так как у нас два накида идут вместе, мы будем провязывать раппорт следующим образом. Лицевая петля, изнаночная и изнаночная. Повторяем. Лицевая, изнаночная и изнаночная, лицевая, изнаночная и изнаночная, лицевая, изнаночная и изнаночная. То есть там, где у нас накид и накид, мы провязываем изнаночная, лицевая. Третий ряд полностью провязываем лицевыми петлями. Там, где изнаночная у нас идет, мы вяжем ее за переднюю стенку лицевой. А заключительный четвертый ряд полностью провязываем изнаночными. И на этом завершаем раппорт данного узора. Друзья, ну вот такая вот у нас получилась богатая сетка. Обязательно вяжите летние пляжные туники, они будут смотреться просто великолепно. Сохраняйте мастер-класс в своей копилке, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А еще я приглашаю по ссылке на свой дзен-канал, там накопилось много интересных моделей для вязания. Желаю отличного настроения и скоро увидимся!